ефірі програма «Аналіна регіону» у студії Аліна Мільщанкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Мобільні пункти вакцинації супроць ковід-інфекції починають діяти на Могильовщині. Екологічний подарунок – 300 сонячних панелів і повітряну теплову помпу усталювали у СОС дитячої вісці Могильов. Самая ранішня наша програма «Ранюхонька» святкує новосілля. Про гэта і не тільки у нашому випуску. Віншування з Днем народного адзінства прымалі прадстаўнікі розных прафесій і грамадскасці, алімпійскія чэмпіёны Магілёўшчыны. На ўрачыстым мерапрыемстве ў Палацы культуры в области старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леонід Заяц адзначыў, што час патрабуе ад беларусаў адзінства. Мы павінны адкінуць усе непаразуменні, згуртавацца супраць знешніх пагроз, як гэта заўсёды рабілі нашы продкі, і далей будаваць моцную дзяржаву. Хороший, красивый праздник. Показать, насколько мы вместе дружны, и призвать быть сплоченными. И видно, насколько наш народ сейчас объединяется по очень многим позициям. Я очень горжусь нашим народом, свободолюбивым, трудолюбивым. То есть мне очень приятно выступать на международной арене от нашей страны. Захаванне адзінства народа – гарант стабільнасці і бяспекі ў грамадстве. Вось галоўная ідэя дзяржаўнага свята 17 верасня. Важнасць гэтых асноў падкрэслілі і эксперты рэгіянальнага форуму «Беларусь адзіная». На іх думку, дзякуючы кансалідацыі грамадства, Беларусь зможа ўстаяць у цяперашняй геапалітычнай сітуацыі. В идеологии за последний год мы видим определенный ренессанс, обновление белорусского государства, возвращение к его истокам, я имею в виду истокам, когда первый президент Александр Григорьевич Лукашенко пришел к власти, и мы видели, с какими лозунгами он приходил, как люди эти лозунги поддерживали. И вот в какой-то момент казалось, что это как бы уже этап такой пройденный, но 2020 год показал, что на самом деле вот все ценное как раз-таки связано с этими истоками. Это и социальный характер государства, это и союз с Россией, экономическое взаимодействие тесное, и военно-политическое тоже. Это и отстаивание своей независимой суверенной позиции на международной арене, особенно в отношениях с Западом, который всегда пытался диктовать нам свои условия и вводил санкции с самого первого времени, как только мы стали строить свое белорусское независимое государство по-настоящему. Мы увидели во внешней политике, насколько все-таки Запад вел двурушную, такую лицемерную политику. То есть, с одной стороны, раздавал комплименты, какими-то инвестициями обещал, с другой стороны, готовил инфраструктуру для цветной революции. И мы видели, что поддержка пришла от наших традиционных, понятных союзников России и Китая практически мгновенно. Это означает, что да, мы будем подвергаться давлению Запада длительное время, но это не фатально. И поддержку мы можем получить, открывая новые возможности на Востоке. Вот этот поворот на Восток – это новая белорусская внешняя политика, и наверняка это долгосрочная тенденция, которая продлится не год, не два. Это надолго. Вот. И мы будем компенсировать те потери, которые Запад запланировал вот во время этого политического кризиса, чтобы принудить нас принять их условия, мы будем компенсировать за счет наших отношений, интенсификации, интеграции с Россией и развития партнерства и союзничества с Китаем. Ну и, конечно, со странами дальней дуги, которые нам близки по ценностям, по духу, и которые понимают, что давление Запада, что это такое, что оно значит, и сами, может быть, его испытывали. Напружанай застаецца санітарна-эпідэмічная абстаноўка па COVID-19 ў рэгіёне. Адзначаецца рост захворюваемасці на коронавірус і сезонныя вострыя рэспіраторныя інфекцыі. Медыкі звязваюць гэтую сітуацыю з пачаткам восені і навучальнага года. Так званы індыйскі варіант ці варіант дельта становіцца дамініруючым варіантам ва ўсім свеце. Па інфармацыі спецыялістаў абласнога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, циркуліруе ён і ў Магілёўскай вобласці. На базе пульмонологического корпуса было развернуто 3 отделения по 60 коек, в целом-то 180. Их не хватало, и с 1 сентября больница развернула еще одно отделение на 50 для оказания помощи пациентам с ковид-инфекцией. На данный момент практически весь коечный фонд практически занят. До сих пор идет поступление тяжелых больных переводами из других учреждений по скорой помощи. И задействованы практически все койки, все штатное оборудование, которое имеется на базе нашей больницы.
За наплыву пациентов додатковые койки появились и у реанимации. У эту хвалю захворываемости шмат тяжких пациентов, кажут медики. Тому им приходится працевать у режиме, как кажут, нон-стоп. Данная волна протекает особенно тяжело. С быстрым развитием дыхательной недостаточности, с быстрым присоединением вторичной инфекции, быстрым нарастанием всех признаков дыхательной и сопутствующей патологии. Пациент тоже с сопутствующей патологией виден нарушение жирового обмена, сахарного диабета. Сегодня снят аппарат ИВЛ, дышит самостоятельно. Это наш успех. Дарэчы, для поспехового лечения у медиков есть и леки, и медицинское обсталевание, и сродки особистой обороны. В отделении отдельно защищено кардиогимнодинамическими мониторами, дыхательной аппаратурой на 9 коек, 9 аппаратов, из них 5 высокого класса, шприцевые дозаторы и задействована вся имеющаяся на балансе аппаратура. По словам медиков, предохилить тяжкое течение хворобы может вакцина. Треба памятать и про элементарные меры перестарох. Наталья Ильинич, Дзянь Жавина, новина региона. 5 мобильных пунктов вакцинации супроть ковид-инфекции начинают действовать у Могилевской области. 3 из них у Бобруйску и покуль 2 будет у Могилеве. Размещаются яны у гандлевых центрах и так, меркуют врачи, яны смогут быть ближе до людей, которые еще не отримали свою дозу иммунитета. Як уладкована праца первого мобильного пункта у Могилеве, убачила наша здымочная группа. Не все доходят до поликлиники, а, к сожалению, чаще доходят до магазинов. Поэтому вот эти наиболее посещаемые пункты, где люди могут не только приобрести то, что им необходимо, но и привиться, толкнули нас на то, чтобы мы организовали здесь прививочные пункты. Это не только наша практика, такая практика осуществляется в Европе, в России. Первый мобильный пункт вакцинации супроть ковид-инфекции разгорнулся на другом поверсе гандлевого центра «Атриум». И, по сутности, тут все, как на стационарном пункте. Урач ведет огляд пациента, заполняет документы, и медицинская сестра непосредственно робить прищепку. Вячеслав приехал выбирать технику для дома и стал первым пациентом мобильного пункта. В начале года как-то планов даже вообще вакцинироваться не было. Все ближе, вот, начинал все задумываться, может, стоит. И все-таки весь вот все за и против. И по воле случайности увидел, что это можно сделать довольно-таки быстро и просто. То есть решился и сделал. На нынешний момент на нашем общественном пункте вакцинации населения можно привиться китайской вакциной «Верацел». Почему наш выбор пал именно на эту вакцину? Потому что она требует более мягких условий хранения. Она хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8, которая гораздо легче безопасно обеспечить. Если мы увидим, что пациентов, желающих привиться вакциной российского производства «Спутник Ви», мы оснастим этот пункт морозильным оборудованием, чтобы предоставить всем желающим ту вакцину, которую они хотят. У поликлиниках в области теперь у наявности вакцина двух вытворцев – Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Выбор, чем прищепиться и где, теперь за насельництвом. Все требования санитарно-эпидемиологические мы контролируем, мониторим, в том числе при открытии. Здесь есть в наличии вода, здесь есть в наличии холодильник, рециркулятор, который дезинфицирует и обеззараживает воздух. Здесь есть антисептики, холодильное оборудование, в котором хранится вакцина, поэтому никакого скептицизма быть не должно. Хочется выразить слова благодарности администрации торгового центра «Атриум» за то, что они помогли нам, оказали содействие, выделили площади и всячески нам помогают в организации именно этого прививочного пункта. Поэтому спасибо большое бизнесу за то, что они тоже не остались в стороне. Гэтый пункт працуе с 11 до 18.00. Иншие могилевские поликлиники теперь ведут перамовы с гандлевыми центрами города на организацию таких же мобильных пунктов. На гэты момент по области более 200 тысяч человек отримали первый компонент вакцины и более 170 тысяч ободва. Гэта более 20% населения в области, а лишь для эффективной борьбы с ковидом иммунная прослойка повинна скласти не менее 60%. Тому вакцинация протягивается. Кристина Кранкевич, Юрий Оласцов, новин региона. 300 сонячных панелей и поветренную тепловую помпу усталевали у СОС дитячей вёсцы Могилёў. Гэта стало магчымым по выниках спортивной и доброчинной акции вядомага белорусского провайдера телекоммуникационных послуг. Акция объединяла аматоров спорту, а годины тренировок перетворились у спонсорскую допомогу и набытё обсталевания. Яно дозволит жыхарам СОС дитячей вёсцы отрымливать экологично чистую энергию.
Урок зеленой энергетики отримали жыхары и гости СОС дитячей вёски Могилёв. Сонечные панели на доме и поветренная тепловая помпа – выник спортивной доброчинной акции белорусской компании, якая дает перевагу экологичному подходу до працы и життя. Результат нашей такой совместной работы, для того, чтобы совместно работать с партнерами, с СОС детской деревни, его действительно можно видеть сейчас. Он материализуется в конкретные вещи, конкретные проекты. И уже сегодня эти замечательные солнечные панели питают целую СОС детской деревню Могилёв зеленой энергией. Жыхары и гости оглядали новую энергоэффективную систему. И она цалком забеспечит потребы у электроэнергии дитячей вёски улетку. У осени, у зимку так не отрымается, але все ж это значный крок наперед. Новое обсталявание выкористовывает энергию солнца, поветра и не шкодит природе. Без бережного отношения к природе, к дому, нашему общему дому планеты, мало что получится. Поэтому основная наша задача – это не только вырастить счастливых детей, а также будущее поколение воспитать в них ответственность к нашему общему дому. Теперь у СОС дитячей вёсцы у Могилёве живут 39 детей, але кола людей, которые отрымливают тут допомогу нашмат ширейше. Усе собрались на зеленый урок, который провели для их студенты Международного экологичного института имя Сахарова. Малые разных узростов. Одним солнечные панели подаются только цацкой, а некто уже разумеет, что глобальная мета – захование планеты. Сейчас очень много выбрасывается в атмосферу всякого ядовитого вещества, и это убивает природу, поэтому для того, чтобы этого не случалось, создают такие мероприятия, которые позволяют сохранять природу. Солнце и тепла хопить усім, коли ощадно ставится до природы. Так лечить у Могилёвской СОС дитячей вёсцы и дякуют за увагу и допомогу усім, кто необыяковы до життя детей. Таких людей очень много, и каждый помогает в силу своих возможностей. Кто-то помогает поставить солнечные панели, кто-то просто приносит вещи для того, чтобы ими пользовались другие люди. Ну, за это всем большое спасибо. Илона Иванова, Денис Жавина, новини региона. Ранішняя программа «Ранёхонька» с телеканала «Беларусь-4» Могилёв святкуе новоселье. Новая обновленная студия дает больше махчимостей, у тем лику интерактив с телеглядачами. Теперь студия может сместить больше гостей и примать навод целые коллективы. А сучасный хатний интерьер отповедает формату ранішнего эфира. Ремонт студии должился 2 месяца. Для того, как программа выходила в эфир, треба было побудовать резервовый вариант. У новой студии сместились 2 зручные канапы, годинник, кветки, фотосдымки и книжная шапа. В этом шкафу, кстати, книги из моей домашней библиотеки, те, которые я обожала читать в детстве. Посмотрите, сколько сохранилось закладочек, пометочек. Так, что нам сегодня подскажет Грибоедов? Охота странствовать напала на него. Ну а мы приглашаем вас в путешествие по самым интересным новостям. На всех каналах периодично модернизуют студии. Ранёхонька обновляется упершиню за 5 годов. Места на здымочной пляцовце не шмат, а дизайн такие, что простор сдается велизарный. Я помню ту студию первую в 1999 году. Она тоже была большая, она была удобная, она была такая семейная. И вот в основу новой студии мы, собственно говоря, и закладывали эти принципы. Уютно, светло и по-семейному, по-домашнему. Ведущие решили выкористать квадратные метры максимально эффективно. Мы, ведущая Ранёхонька, как будущие обитатели этой студии, сами приложили руку к ее созданию. Мы и мебель двигали, и картины вешали, что-то закручивали, завинчивали. Это правда здорово. Ранёхонька изменится не только внешне, но и внутренне. Мы станем гораздо более интерактивными. Мы дадим нашему зрителю шанс предлагать свои собственные, интересные только ему новости посредством нашего инстаграм ТВР Могилёв-бай. И вот таким образом мы станем еще ближе. Перший эфир ранішней передачи «Ранёхонька» у новой студии. Глядите 17 вересня. Алена Громова, Виталь Вопсил, новини региона. И про надворье. В облачно с прояснениями на большей части территории опадки. У ночи магчыма навальница. Порывы ветру до 14 метров за секунду. У день плюс 14, плюс 19 градусов. Самая актуальная новина в области на сайте tvrmogilyov.by, а так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новин. До встречи!